Где-то в этих водах находится ответ на одну из самых опасных загадок мира. За последние 100 лет здесь затерялись тысячи кораблей и бесконечное число жизней. Сейчас со всеми современными технологиями мы попытаемся приоткрыть занавес этой мощной и немного жуткой тайны. Погружение в Бермудский треугольник. Со времен, когда Колумб впервые прошел по этой местности и увидел в небесах огни, в Бермудском треугольнике начались таинственные исчезновения. Тысячи кораблей и самолетов бесследно исчезали. Никаких сигналов, обломков, ничего. Легенда гласит, что Бермудский треугольник покрывает морское пространство от Бермудских островов до Майами и до Пуэрто-Рико. Площадь Бермудского треугольника в его классических границах чуть более 1 000 000 км². Ураганы, штормы и грозное море — это основные убийцы этой местности. Погода может измениться здесь за считанные минуты. Береговая охрана сообщила, что каждый год здесь пропадают около 120 судов. Именно эти таинственные исчезновения делают Бермудский треугольник таким загадочным местом. Но дело не только в кораблях. Здесь пропадают также самолеты. Ричард Вайнер написал множество бестселлеров о Бермудском треугольнике и этих странных исчезновениях. Мы не знаем нашу планету. Мы даже о Луне знаем больше и о Марсе, чем о Земле. И даже если мы знаем что-то о Земле, то мы почти ничего не знаем о море. Берега Ки-Уэста кишат рассказами о тех, кто ушел в море и не вернулся. По миру разлетались истории о гигантских монстрах, космических искажениях времени, поломках компасов и океанских воронках, поглотивших корабли. Но исчезновения продолжаются. Я считаю, что там существует какая-то аномалия, что под водой находится нечто, что мы не можем объяснить. Там, куда не проникают солнечные лучи, на дне океана происходит нечто непонятное и неизведанное. В течение многих лет тайны, спрятанные на дне океана, оставались загадками. Но 5 декабря 1945 года произошло одно очень важное исчезновение, которое потрясло мир. Шесть месяцев спустя после Второй мировой войны база морской авиации «Форт Лодердейл» была все еще оккупирована. 14 членов тренировочного рейса, 19 только что отправились в последний квалификационный полет над водами океана. Управлял рейсом опытный пилот лейтенант Чарльз Тейлор. Полет должен был пройти на востоке над Багамами, и затем летчики должны были вернуться назад за 2,5 часа. То, что случилось дальше, основано на полученных радиосообщениях. FT-28-Bossi, кажется, вы взяли неверный курс. Прием. Ответ отрицательный, лейтенант Тейлор. Ориентируясь по компасу, я на верном пути. Энсин Босси, мы на ложном пути. Вижу верный курс. Прием.
I'll assume lead and correct our position. Over. Roger, lieutenant. Все понял, лейтенант. Пауэрс, я ничего не понимаю. Как долго мы уже находимся в воздухе? 1:45. К этому времени мы уже должны были видеть землю, а впереди ничего нет. Может, мы улетели слишком далеко на восток? Вышка Форта Лодердейл, это Фокстейл 28. Кажется, мы сбились с курса. Мы не видим землю, повторяю, мы не видим землю. Ждем указаний, прием. Командир Пул, это контрольная вышка. У меня звонок с воздуха. Звонили с контрольной вышки, сказали, что полет кажется в опасности. Вас понял, прием. Так что же там происходит? Сэр. Фокс Т-28, это Форт Лодердейл. Где вы сейчас находитесь? Прием. Вышка Форта Лодердейла. Мы не можем установить наше настоящее местонахождение. ФТ-28. Держите курс на запад. На запад. Как поняли? Вас понял. Но мы не знаем, где запад. Все не так. Я не знаю, о чем они думали, но я был очень обеспокоен, и со временем беспокойство усиливалось. Я понял, они действительно были в большой беде. Сейчас, 60 лет спустя, дело о рейсе 19 снова открыто. Его расследует Фил Джайлс. Развитие авиационной теории помогут ему узнать, что же случилось в тот день, где это было и почему. Удивительно, что сейчас еще возможно расследовать дело такой давности и пролить на него свет. Можно докопаться до тех доказательств и улик, до которых не добралось расследование. Это очень интересно. В нескольких километрах южнее форта Лодердейла, в центре связи порта Эверглейдс, радист второго класса Мелвин Бейкер засек несколько сигналов и понял, что полет в опасности. ФТ-28, это форт Лодердейл. Вы можете определить свое местонахождение? Форт Лодердейл, это ФТ-28. Мы видим землю. Кажется, что ветры отнесли нас к Флорида Кис, но... Но я не уверен, насколько далеко. Я не знаю, как попасть назад из данной позиции. Прием. Если вы в Кис, смотрите на солнце. Оно должно быть слева и летите на север вдоль берега, пока не достигнете Майами. Вас понял. Прием. Они не могут быть возле Кис, ветер юго-западный, он бы отнес их в Атлантику. Вы не могли бы подать мне микрофон? Спасибо. Это порт Эверглейдс, Фокстейл 28, как слышите меня? Прием. Это Фокстейл 28, слышу вас хорошо.
Это Бейкер, сэр. По моим подсчетам, вы не можете находиться над КИС. Наши показатели направления ветра указывают, что вас отнесло бы в другую сторону. FT-28, вы меня слышите? FT-28, это командир Пол, руководитель полета Форта Лодердейл. Как слышите меня? Персонал вышки и я сам замолчали, и стало очень тихо. В воздухе витало чувство беспомощности, мы ничего не могли сделать. Мы уже испробовали все, что могли. Не прерывайте связь, сколько еще времени у них есть в запасе? Топлива хватит до 20 часов. Значит, у нас есть 3 часа на то, чтобы их вернуть. Рейс 19 находится в воздухе уже более 2 часов. Соответственно, плану, они должны были уже достигнуть второй стадии полета, повернув на север у маленького острова Систерн Кей. Вместо этого они находились над открытым океаном. В это время за 3 часа полета погода начала портиться. Тейлор продолжал давать указания направления, но это было бесполезно. Остальные члены команды были очень взволнованы. Тейлор, если ваш компас не работает, может кому-то из нас взять управление на себя? Ответ отрицательный. Лейтенант Тейлор, сэр, вам не кажется, что нам надо держать курс на запад? Мои датчики работают. Хотите, я возьму управление на себя? Босси, сохраняйте свою позицию. Прием. В 5:20 радист Бейкер понял, что рейс 19 был ближе к цели, чем ожидалось. Сбавьте мощность. FT-28, это порт Эверглейдс. Как слышите меня? Прием. Форт Эверглейдс, это FT-28. Слышу вас хорошо. Отлично, лейтенант. Я считаю, что если вы будете держать курс на юго-запад, то попадете прямо к нам. Если сейчас я вас услышу, значит, вы действительно направляетесь прямо к нам. Вас понял, будет сделано. Это точно не над заливом. Иначе бы они его не услышали. Они должны быть где-то рядом. FT-28, порт Эверглейдс. Слушайте, Бейкер, если я так близко к вам, то я должен видеть землю. Может, вы просто летите параллельно нам, и поэтому не видите берег. Только бы вам хватило топлива, пожалуйста, летите скорее к нам. Бейкер, я не думаю, что это верное направление. FT-28, Форт Лодердейл. Вы нас засекли? Ваша передача информации не удалась. Повторяю, ваша передача информации не удалась. Каково ваше направление? FT-28, это порт Эверглейдс. У вас хватит топлива, чтобы долететь до нас. Как слышите меня? FT-28, Форт Лодердейл, вы уже определились? Я делаю тише и все равно слышу их. Они точно летят в мою сторону. Почему же они меня игнорируют? Тейлор, может, нам стоит что-то предпринять, прежде чем у нас закончится топливо, или мы разобьемся о берег? Тейлор. Тейлор, вы слышите меня? Мы пролетели совсем немного, прежде чем повернуть. Как долго мы летим в этом направлении? Мы уже в аду, не так ли? Хорошо, ребята. Как только у одного из нас останется всего 10 галлонов бензина, мы все вместе ныряем в воду. Все поняли? Радист Бейкер был последним, кто что-либо от них слышал. Foxtail 28, это порт Эверглейдс. Как слышите меня? По слабому сигналу он понял, что они летят в сторону океана. Это порт Эверглейдс, FT-28, как меня слышите? Foxtail 28, вы меня слышите?
Больше о них никто ничего не слышал. Завершением тайны стало то, что тем же вечером, когда спасательный самолет «Мартин» отправился на их поиски через 25 минут, он словно растворился в воздухе. Фил займется расследованием самых загадочных исчезновений Бермудского треугольника. Для начала он надеется найти объяснение тому, почему не было найдено никаких следов рейса 19. Это также может помочь объяснить другие исчезновения. Ответ находится в Майами. Это крупнейший в мире офис 7-й дивизии береговой охраны Майами. Фил хочет выяснить, как могло случиться, что рейс 19 пропал без следа. Почему не нашли ни обломков, ни тел? Искали не в том месте или были какие-то другие причины? Командир Кармело Бацано может попытаться ответить на этот вопрос. Итак, если вернуться в 1945 год, не было никаких технологий. Всего в 300 метрах от берега моря уже очень бурные проливные дожди, ненастье. Да, все это очень сложно. Но есть хоть какой-то шанс найти что-то. Это очень сложно, даже если говорить о сегодняшнем дне. Даже если мы будем искать самым тщательнейшим образом, возможным в данную погоду. Открытое море, нет ветра — это отличные условия для поисков с вертолетов, которые дают лучшие результаты, если надо найти что-то в океане. 78% нахождения. Мы падаем, падаем! Помогите! Те самолеты, должно быть, затонули очень быстро. На самом деле, если никто не найден в первый час после сообщения о катастрофе, важно попытаться найти людей в воде. При хороших условиях самолеты продержались бы на воде около 2 минут, но в ту ночь море было бурным, и самолеты, скорее всего, затонули в считанные секунды. Береговая охрана разработала особо опасный план по нахождению кого или чего-либо в воде, чтобы показать, насколько это важно. Условия сегодня почти идеальны. Небольшой ветерок, отличная видимость. Второй вертолет собирался высадить опытного пловца в воду. Через минуту они увидят, смогут ли они снова его найти. Итак, мы сделаем следующее. Мы прочешем ближайшее пространство слева от него, а затем поднимемся и увидим, насколько мы были близки к цели. Когда топлива осталось всего на полчаса, а течение уносило пловца все дальше на север, давление усилилось. Но на этот раз они, по крайней мере, знали, где он находился. Я вижу объект, он у меня в поле зрения. Надо поворачивать. Поворачивай. Продолжай поворачивать. Да, вот так, как будто на 11 часов. Видите, белые гребни волн делают его едва заметным. You can
Человека очень сложно заметить в воде, даже если учесть, что он одет в оранжевые костюмы, сверху у него большой шноркель. Чтобы его заметить, надо пролететь точно над ним. В ночное время это практически невозможно, особенно если нет полной луны и спокойного моря. Пловец уже около двери. Удачный исход. Но если вернуться назад, в 1945 год погода была совсем не такой хорошей. В течение 6 дней крупнейшая команда по спасению в море проводила безуспешные поиски. Ничего так и не было найдено. Я совсем не удивлен, что они бесследно исчезли. Такое здесь часто случается. Мы ищем, но так никого и не находим даже по сегодняшний день. Но если погодные условия очень плохие, то не останется ни малейших улик происшествия, даже если оно случилось всего полчаса назад. Не будет ни масляных пятен на поверхности воды, ничего. Поэтому даже сегодня шансы найти хоть кого-то живым или узнать подробности трагедии рейса 19 ничтожны. Но мало просто сказать, что с рейсом случилось что-то неладное. Фил уверен в том, что это еще не все. Многие, кто знает эти воды, верят, что они самые опасные в мире. Но как они получили такую репутацию? Среди моряков бытует старая легенда. Она гласит, что море в прямом смысле раскрывается и заглатывает корабли. Возможно ли в этой истории хоть доля правды? Первые разгадки появились в 1985 году, когда камеры сняли эти необычные кадры. Газовая платформа в Северном море открыла огромный газовый карман и чуть не затонула. Газовые хранилища вроде этого существуют по всем побережьям мира. Бермудский треугольник — не исключение. Попав в отложение, газ сильно меняется. Подводные землетрясения или движение земной коры могут выпустить газ в воду. Но могут ли эти пузыри создать в океане дыру? Морской физик профессор Брюс Денардо приехал во Флориду для того, чтобы это выяснить. У нас есть идея, нам надо узнать, что нужно для того, чтобы затонула лодка. Я очень волнуюсь, но надеюсь, у нас все получится. Брюс попытается потопить эту лодку в океане. Он сымитирует ситуацию, в которую попадают корабли в открытом море, и мы узнаем, сможет ли в газовых пузырях затонуть корабль. Пока все это была лишь теория. Эксперимент довольно серьезный, и мы находимся на его первой стадии. С практической стороны Брюсу поможет Фил Бек, голливудский дизайнер. У них в запасе 2 дня. Я верю в это 50 на 50. Теория говорит о том, что все верно, но я не уверен. У нас тут очень много пузырей. Никто до этого не проводил подобных экспериментов. Попытка создать уменьшенную копию взрыва болотного газа, похожего на тот, что произошел в Северном море. Итак, они строят массивную сетку из труб, которую разместят на дне. Затем они будут закачивать в трубы большой объем воздуха, имеющего похожие свойства с газом.
Воздух вырвется из труб через маленькие отверстия и поднимется вверх к поверхности воды. Мои лабораторные эксперименты показали, что для того, чтобы потопить корабль, надо очень много пузырей, намного больше, чем вы думаете. Честно говоря, я даже не знаю, чем все это закончится. Надо просто ждать и смотреть. Тащите их сюда. Давайте же, давайте. Проблемы с турбулентностью. Лодка то поднимается, то опускается на воде. Она теряет плавучесть. В воде 25% воздуха. Лодка должна была затонуть. Однако они учли не все. Она не очень-то накреняется. Это плохой знак. Сами пузырьки уменьшают плотность и заставляют ее тонуть, но подъемная сила держит ее на поверхности. Они обе противостоят друг другу. В центре поля пузырей появляется нейтральный эффект, который означает, что зона затопления должна быть немного за пределами центра. Время истекает, и остается только одно, что может попробовать Брюс. Если мы отодвинем лодку немного в сторону от центра, то поток не будет выталкивать ее наверх. Видите, постоянно понижается. Итак, она погружается? Да, она тонет, передняя часть выше, чем задняя. Отлично. Представьте, если у вас подобная лодка и произошло бы столкновение, то вас бы сильно отнесло, что могло стать причиной разделения вашей лодки надвое, и она бы моментально затонула. Происходит следующее. Передняя часть поднимается, а корма уходит под воду, потому что передняя часть находится в воде с более высоким уровнем плотности. Прошло 30 секунд. Выглядит просто отлично. Она тонет, да. Пока, пока. Они это сделали. Выход газа со дна океана действительно может потопить корабль. Меня удивило одно, насколько ничтожно то, что мы сделали по сравнению с силами природы. Мы напустили пузырей в небольшое пространство для того, чтобы затопить лодку. Это лишний раз заставляет нас ценить то, что может сделать природа. Количество хранящихся в Бермудском треугольнике газа в 70 раз превышает газ, используемый США, за год. Там просто огромное количество газа, и если он начнет выходить, то хватит его на то, чтобы потопить целую флотилию. Поэтому вполне возможно, что некоторые из странных исчезновений произошли именно по этой причине, из-за этого странного природного явления. Так что оказалось, что в морской легенде все-таки есть доля правды. Но в 91-м году исследователь Грэм Хокс узнал, что причина таинственных исчезновений в Бермудском треугольнике на самом деле намного более сложная. Он думал, что нашел останки рейса 19. Мы искали испанские галеоны и натолкнулись на «Мститель», хотя ничего подобного не ожидали. Мы натолкнулись на другой самолет, осмотрели его при помощи камер «Мститель», второй. Группа исследователей считает, что они нашли 5 американских самолетов военно-морского флота. История попала в заголовки газет. Действительно ли они нашли пропавший рейс 19? Средства массовой информации было обещано дать точный ответ в течение 2 недель. В то время подводные лодки были ужасно дорогими, поэтому Грэм использовал камеру на проводе, которую можно управлять на расстоянии. Из сделанных снимков плохого качества команда сделала вывод, что те самолеты все-таки не были рейсом 19. Но что же они тогда из себя представляли?
Раз это не рейс 19, значит, должно было произойти еще одно похожее исчезновение 5 самолетов. Мне хотелось получить четкие и ясные ответы. Так было бы намного легче. Я хотел услышать, что 5 самолетов летели над океаном, и что это они, упавшие на его дно. Никакой загадки. Но раз это был не рейс 19, то дело нечисто. Нам надо было установить, что это за самолеты. Грэм Хокс решил вернуться к 5 таинственным самолетам и лично спуститься к ним, чтобы раз и навсегда узнать, что это за самолеты. В 20 километрах от берега форта Лодердейла к нему должно было присоединиться судно для специальных исследований Института океанографии, чтобы помочь в поисках затерянных самолетов. Океан просто огромен, и найти здесь лежащие рядом 5 небольших самолетов — это довольно сложное дело. Что они там делают? Надо лично это узнать. Незнание не дает покоя. На этот раз у нас есть силинг, способный погружаться под воду, что позволит нам почти прикоснуться к самолетам. Это заметно увеличит наши шансы на их точную идентификацию. Грэм ждал этого момента 12 лет. Доброе утро. Пойдем посмотрим несколько самолетов. На то, чтобы достигнуть дна, которое в 220 метрах от корабля, понадобилось 15 минут. Гарольд Ларкин, эксперт по производству «Мстителей», также находился на борту. Эта ситуация очень важна для Гарольда не только потому, что он летал на этих самолетах, но и потому, что один из его родственников был на борту самолета пропавшего рейса 19. Хорошо, Крейг, все чисто, даю разрешение на погружение. Вас понял, 180 метров, 310, спасибо. Данное судно, способное на погружение, отлично подходит для подобного рода операций. Цель миссии — найти на каждом обломке код или номер управления. Это единственный способ идентифицировать самолеты. Сонар имеет контакт, и мы направляемся за ним. На мой взгляд, шансы того, что 5 самолетов будут находиться так близко друг к другу, практически равны нулю. Это то же самое, что попасть в центр мишени или быть пораженным молнией, когда у вас в кармане счастливый лотерейный билет. Они должны были идти на одной скорости в одно и то же время, и течение должно было отнести их намного дальше друг от друга, даже если это был один рейс. Поэтому, что бы ни произошло, оно бы произошло одновременно со всеми 5 самолетами. Но по поводу еще одного затерянного рейса 5 самолетов нет никаких записей даже в военно-морских архивах. Тайна становится еще загадочней. Дэн, вы можете дать нам последние данные? Мы видим самолет FT-20. Это может быть 8 или 3, кажется, да. Больше похоже на тройку. Черт побери, хвост отвалился. Фюзеляж отошел прямо за хвостовой частью крыла. Мы можем так ничего и не узнать. Номер фюзеляжа FT-23 означает, что он из форта Лодердейл, но этого недостаточно для опознания самолета. Когда «Мститель» потерян, те же самые числа зачастую пишутся снова на заменяющем его самолете. Крыльевые закрылки опущены, что означает, что самолет резко упал, но причину мы можем не узнать никогда.
Хорошо, нам надо продолжать. Мне очень не нравится, очень не нравится сдаваться. Казалось, что Бермудский треугольник совсем не собирался так просто раскрывать свои секреты. Фил готов провести расследование, что же случилось с рейсом 19. Самое сложное в расследовании дел прошлого в том, что вы не можете задать дополнительных вопросов. Вы можете рассчитывать только на те сведения, которые уже имеются. Один фактор, причем один из самых важных в случаях с затерянными самолетами, не был затронут в данном деле. Это человеческий фактор. В то время считалось неправильным рассматривать человеческие факторы. В районе Бермудского треугольника каждый год пропадает около 30 самолетов. Кэрол Коллинс — опытный инструктор. Она поможет Филу понять образ мышления летчика, оказавшегося в подобной сложной ситуации. Итак, мы на высоте 450 метров. Если вы летите по местности, где нет визуальных обозначений, то очень легко потерять чувство ориентации. Например, если вы взяли курс на восток, повернули на запад, а затем развернулись на юг, то, делая повороты очень плавно и не будучи предельно внимательным, вы перестанете ориентироваться. Одно из основных визуальных обозначений Бермудского треугольника становится более очевидно Филу с воздуха. Когда вы смотрите на острова, и на них нет даже домиков, их практически невозможно идентифицировать. Один остров похож на другой. Когда мы поднимемся и приблизимся к ним, вы сами это увидите. Сейчас мы в хорошем положении, мы видим за нами шоссе. Но если бы его не было видно, то все острова выглядит одинаково, и при плохой видимости это опасно. Поэтому потеряться здесь очень легко. Должно быть, мы у Южного залива. Это залив, вы так не считаете? Ответ отрицательный, мы слишком долго летели на восток. Осмелюсь предположить, что нам стоит лететь на запад, пока у нас не закончится топливо. Но тогда у нас будет шанс быть подобранными недалеко от берега. Но мы даже не видим берега. Следи за топливом, парень. Вернувшись на землю, Фил смог предположить, что же случилось с рейсом 19, где и почему. Рейс 19 должен был придерживаться первоначального курса, плана 1, как они его называли, основной треугольник. Они вылетели из форта Лодердейл с военно-морской воздушной станции и полетели на восток к тем островам, известным здесь как курица и цыплята, где им надо было попрактиковаться 20 минут в бомбардировке. Следующим этапом было пролететь над Багамскими островами и взять курс немного севернее, а затем вернуться в порт Лодердейл. Как вы считаете, на каком этапе у них начались проблемы? Мне кажется, это случилось после бомбардировки у скал курицы и цыплят. Ветер в тот день был очень сильным. Он оттолкнул их на северо-восток от нужного курса. Они пропустили нужный поворот и вместо него повернули к острову Большой Абако. Если бы они придерживались первоначального курса, то вскоре они бы увидели большие Багамские острова прямо перед собой. Если бы они не сбились с курса, они бы увидели перед собой землю, справа находились бы Багамские острова. Но они видели землю лишь параллельно самолетам. Пилот мог думать, спокойно, мой компас показывает на север, но земля справа, вместо того, чтобы быть передо мной. Это означает, что мой компас сломан.
И далее, я думаю, они продолжили лететь по этому курсу, пока не достигли северной части острова, где они увидели небольшие островки, уходящие в северо-западном направлении. Они последовали за ними, и именно тогда они и сообщили, что летят над Флорида-Кис. Кажется, ветер принес нас к Флорида-Кис, но я не уверен, насколько далеко, и я не знаю, как добраться до форта Лодердейла из нашей настоящей позиции. В этом месте командир Пул начал нервничать. Тейлор летел над небольшой группой островов, что севернее Большого Абако. Он принял их за похожие острова во Флорида-Кис, что в 260 километрах от них. Эти неожиданные ошибки привели Тейлора, как он считал, к Мексиканскому заливу на противоположную сторону Флориды. Поэтому все последующие решения он принимал в соответствии с тем, что находился якобы над Мексиканским заливом, а не здесь, в Северной Атлантике. Они находились в противоположной стороне от той, где должны были находиться. Он пытался вернуться во Флориду, а на самом деле летел все дальше в море и Атлантический океан. Он летел в противоположную берегу сторону. На глубине 220 метров Фил нашел обломки последнего пятого самолета. Сюда. Вот так, есть. Расскажет ли им этот призрачный мститель свою историю? FT-87. Отлично, хорошие новости. Судя по куполу, вся команда выбралась. Мы не можем приблизиться и получше рассмотреть хвостовой отсек. Обломки довольно хрупкие, и, как во всех остальных случаях, не хватает хвоста. Они начали думать, что Фантом Пятый не хочет быть узнанным. Гарольд, я хочу вам кое-что показать. Мне кажется, это может быть вертикальным рулем направления. Я могу повернуть в разные стороны. Сейчас прямо перед нами. Где? Внизу. Сейчас нам видно крыло, левое крыло. В середине чего? Прямо посередине экрана. Я вижу что-то в иллюминаторе. Ничего себе. Мы нашли номер. Вот вам и разница между камерой и человеческим глазом. Наконец-то, 23-990. Это номер, который дается каждому самолету и который говорит о том, как он попал сюда. Завершив свою миссию, они поднимаются на поверхность. Четвертое июля, и вся Флорида отмечает День независимости. Грэм уже прикован к сообщениям о военно-морских происшествиях. Это момент, которого он ждал 12 лет. Военно-морской самолет 23-990, затерянный в море. 9 октября 43 года FT-87 за штурвалом Ensign George Wind возвращался в порт Лодердейл после учебной бомбардировки. На борту находились пилоты Сэм Трис и Джей Льюилос. Ровно в 12:20 самолет внезапно потерял почти все свое топливо и упал. Свинт и члены его команды выжили. FT-87 был потерян в течение 60 лет. Грэм не знал, как они сюда попали. У одного из обломков оставшихся четырех самолетов не хватало хвостового отсека, а с августа 44 года было всего одно сообщение о катастрофе, где было сказано о столкновении в воздухе, в результате которого хвостовая часть самолета была разрушена.
Может ли это быть местом, где покоится пилот Джон Берри и пилоты третьего класса Джо Маркет и Фред Бёрнс? Этого Грэем ожидал меньше всего. Несмотря на все странности, это всего лишь случайно собранные после крушения самолеты, которые оказались в одном и том же месте в 20 километрах от дома. Основываясь на данных нескольких радиопередач 1945 года, Фил начинает примерно догадываться, где именно мог упасть рейс 19. Несколько станций дали весьма полезную и точную информацию, где говорится о местности, что примерно в 179 километрах от Дейтона-Бич, что совсем не рядом с Мексиканским заливом. Но к тому времени, как вышка получила сигнал, рейс 19 уже был вне досягаемости. По воле иронии, после последней корректировки курса они оказались в 25 минутах от Дейтона-Бич. В то время они все еще направлялись на запад, домой. В 17:50 их случайно услышали, и они обсуждали решение по поводу поворота на восток. В 19:45 у них оставалось топливо всего на 15 минут. Это означает, что, скорее всего, они упали где-то здесь. Примерно в 375 километрах восточнее Дейтона-Бич. Теперь у нас более ясная картина того, что случилось в ту ночь. Вопрос в другом. Как такой опытный летчик, как Тейлор, мог совершить такую грубую ошибку? Что творилось в его голове? Хорошо, лейтенант, у вас достаточно топлива, чтобы долететь до нас. Бейкер, я не думаю, что это верное направление. FT-28 Fort Lauderdale, вы уже определились с направлением? Как только он понял, что находится на неверном пути, он неосознанно поменял образ мышления. Он считал, что находится над Флорида Кис. Фил пришел к выводу, что из-за сложных условий у Тейлора были умственные проблемы, суженное поле зрения, что сделало его глухим по отношению к любым предлагаемым выходам из данной ситуации. «Я не думаю, что вы можете находиться над Кис. Показатели ветра указывают, что вас не могло отнести так далеко. Сегодня это состояние называют пространственной дезориентацией. Она считается одной из важнейших угроз для пилотов». «Это дело не трогали. Это обычная ситуация. Люди решают что-то, и затем при резком изменении обстоятельств, при стрессе, они будут делать только так, как задумали изначально, и не слышать ничего вокруг. Как только он что-то решил, он уже не изменит своего мнения». Это объясняет, почему Тейлор утверждал, что его компас не работает. «Мы не знаем, где запад. Все пошло неверно». А как же насчет спасательного самолета, который тоже пропал? Мартин Маринс были известны как летающие канистры бензина, которые частенько взрывались. Несколько штук взорвалось прямо в воздухе из-за обычной искры или чего-то подобного. Несколько дней спустя после поисков с одного из кораблей сообщили, что видели в воздухе некий взрыв, как раз в то время, когда вылетел спасательный самолет. «Я чувствовал себя совершенно беспомощным, ведь я не мог больше ничего сделать. Это была худшая ночь в моей жизни». Спустя 60 лет после исчезновения рейса 19 детали наконец-то прояснились.
Как и в любой тайне, этому есть научное объяснение, которому, если хотите, можете верить. Люди любят тайны. Они хотят загадок, и даже не важно каких, главное получить тайну. Именно поэтому Бермудский треугольник останется таким романтическим и великолепным мифом.